Многотысячные фанаты вольной борьбы со всей республики пришли встретить триумфатов чемпионата мира, проходившего в Будапеште. Встретить борцов пришли не только друзья и тренера, но и руководство по спорту Республики Дагестан. Стоит отметить, что представитель спортивной школы имени Мавлита Батырова города Хасавюрт Заур Угуев занял первое место в турнире и привез на родину золотую медаль, отметив, что причиной успеха стали упорные тренировки и работа над ошибками. Упорно тренировался на сборах, прошли 3 сбора хорошие. Готовились очень серьезно, команда была очень серьезно готова. И как видите, 4 золотых медали – это очень хороший результат. Сам лично был очень сильно готов, как в прошлом году. Первую схватку проиграл, работал над ошибками и сумел сыграть. Рашид Садулаев также стал чемпионом данного турнира в весе 97 килограмм, победивший американского супергероя Кайла Снайдера. В своем интервью Рашид отмечает, что и сам сильно хотел реванша и безумно рад своей победе. Я готовился как обычно, просто чуть более серьезно относился к тренировкам, к общему спорту и результатам сами видите. Было очень много разговоров, даже некоторые говорили, что зачем мне этот вес, что у меня вес маленький, но я был уверен в себе, альхамдулилля, по воле Всевышнего я смог его выиграть. Глава города Хасавюрт Зайнуддин Акмазов от лица руководства города поздравил спортсменов, отметив, что это очередной вклад в спортивные достижения республики. Я очень рад и хочу поздравить от имени наших хасавюртовцев, чемпионов, призеров чемпионата мира. Они внесли очередной вклад в копилку, победную копилку спортивную. Они внесли вклад в спортивное развитие города, республики, нашей России. Я хочу пожелать им еще больших спортивных успехов. И будем встречать в дальнейшем их чемпионами еще мира, Олимпийских игр. Как отмечают тренера, это начало больших побед. Ребята активно ведут тренировочные занятия, участвуют в турнирах, ездят на сборы для получения еще большего опыта в данном направлении. Курбан Гериханов, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».